Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре предлагаю обсудить и протестировать очень классный бюджетный стационарный ЦАП от компании NeoHippo стоимостью $68. Приходит он в очень небольшой коробке, здесь имеется логотип компании, а тут указано название этого ЦАПа, а именно DC-10. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Инструкция по использованию. ЦАП, кабель USB-A на USB-C. ЦАП полностью выполнен из алюминиевого сплава, он очень небольшой и весит 226 грамм. К его изготовлению и сборке вопросов у меня никаких нет, так как это четкая монолитная конструкция, и по техническим характеристикам тут все очень интересно, так как в качестве ЦАПа здесь используется хорошо проверенный временем ES9028Q2M, операционный усилитель NE5532 и есть поддержка формата DSD256 и воспроизведение до PCM768. Ну а на лицевой панели у него здесь имеется переключатель включения и выключения устройства, а второй переключатель уже отвечает за переключение режимов воспроизведения, а именно по USB, по оптике или используя коаксиальный вход. А рядом тут находится два небольших индикатора. Один загорается оранжевым, когда мы воспроизводим аудиофайлы DSD, а второй уже меняет свой цвет в зависимости от частоты дискретизации прослушиваемого аудиофайла от синего до зеленого с красным. И что еще очень важно, это наличие 4 прорезиненных ножек здесь снизу для лучшей фиксации ЦАПа на столе. Ну а сзади располагается разъем Type-C для питания ЦАПа, следом идет оптический вход и коаксиальный, и аналоговые выходы RCA для использования с усилителем в моем случае. Но ваш сценарий использования этого ЦАПа может безусловно отличаться, так как возможностей тут у него реально много. И сразу прошу заметить, прослушивал и использовал я этот ЦАП с моим усилителем Fossi Audio ZA3. На него у меня был обзор полгода назад, и это по сей день прекраснейший усилитель, который радует меня каждый раз. Он мощный, имеет отличные измерения, и в связке даже с этим бюджетным ЦАПом все уже звучит просто буквально на другом уровне. Ну и вот мы подошли к самой интересной части обзора, к прослушиванию этого ЦАПа NeoHippo DC-10 в связке с усилителем Fossi Audio ZA3. По сей день я использую свою отличную пятиполосную акустику от компании Sharp. Громкость Windows я установил на 100%, а на усилителе я ставлю ручку на вот таком положении. И начнем, как обычно, с прослушивания джаза, следом поставлю вам хип-хоп, и финальный тест будет из мощной и бодрой электроники, а уже после я поделюсь своими мыслями о звучании этого ЦАПа.
real with the gang and a high yellow bitch just ripped dick in the thighs. You know me, I be shooting my shot. When I got the little bitch, I wasn't even surprised. In the club, looked her deep in the eyes. Said, you coming with me, if you with it, let's ride. Got a text, when you coming inside, off the liquor, didn't know what to say, so I lied. I text back like I'm late at the stoop, trying to cook something new, it's just me and the guy. She texts whom, I ain't even reply. Then I rolled up a wood while I gripped on the thigh, start to kiss on the neck, know this bitch feeling hot. Ain't gonna lie, shit, I'm pushing your head kinda fire. Ended at a hotel somewhere, I'm 35. Looking good and rolled over, said wake me at 5. Got a piss, I wake up, minute 6:39. Out of time, now I'm on the highway and I'm flying. Look at my phone, not a soul on my line. Man, I'm deep in my thoughts, I'm just knowing she crying. I'm tripping, I'm trying to straight out all the lies. Cause I know if I sleep, it's gonna damage our ties. I done did it before, I can't do all this crying. She made that blue. Yeah. I started with a G-Shock, now I got a richer meal. These hoes don't keep it real, and most of these niggas gon' squeal. I been around out so long, now I'm like, fuck a deal. I been around out so long, now I'm like, fuck a deal. But if they come with the right amount, then I'ma break the pin. Diamonds on me talking, sound like Gucci made that blue. Now I got a richer meal. Yo, Glock on me concealed. Let a nigga play, then it get revealed. I'm running up them M's. Run through a chick like it's track and field. Yo, I just slammed this bitch like my last name was O'Neal. Cause my money taller than Shaq, and that's for real. Yo, little nigga with a big heart for real. Yeah, I been on my fuck the world shit lately, dog. Everybody and everything. Everybody be on fuck shit. I ain't never been a fuck nigga. You know what I'm saying? That's why I be like, fuck a nigga. You know? Don't hate on me, pussy. Take that up with God. Yeah, for real. Ayy, fuck this rap shit. I'm trying to wrap shit up. Yeah, wrap them up. Play time up and tell them wrap it up. I stay down now, yeah, it's racking up. Remember them days I was sacking up. Hook so hard, no time for love. Still to this day, only love my cup. My cup, yeah. Flipper show me how to get a million plus. Flipper show me my first million bucks. Flipper show me this is rap shit ain't nothing. Flipper always told me glitz like you the one. Ninth grade with Trues and Louis Vuitton. Yeah, freshies out the crew and I kept me a gun. Sick ass nigga kill you with my palms. Yeah, cut those shit, send flowers to his mom. Money talk, nigga, I ain't bite my tongue. Keep sneak, this'll put the boy in the blunt. Going out with a bang, yeah, that's how I'm coming. Brand up my money, feel like I got brilliance. I lost my cousin, can't tell me nothing. Thank you.
Ну а приобрести отличный ЦАП на HiPo DC-10 вы сможете прямо сейчас в магазине Hi-Fi Made Fun Store на AliExpress по очень приятной цене, и здесь же можно будет дополнительно ознакомиться со всей информацией по этому продукту более подробно. Ну что, ребята, я послушал и хорошенько протестировал этот ЦАП, и могу сказать точно, что мне он определенно понравился. И думаю, вы сами сейчас хорошо услышали, как он звучит в связке с усилителем Fosse Audio ZA3 с моей далеко не скромной акустикой, которая на данный момент меня полностью устраивает. Я думаю, что в этой ценовой категории конкурентов-то на самом деле у него и немного, да и функционал у него реально хорош. Есть различные дополнительные выходы и переключатель на лицевой панели для уже быстрого доступа, поэтому реально, хоть этот аппарат размерами скромный получился, но звучанием он точно похвастаться может. И давайте поговорим об этом уже более подробно. Низкие частоты – это идеальный пример отличного контроля и артикуляции. Бас плотный, глубоко проработанный, но при этом не доминирует в миксе. Но, конечно, все в первую очередь будет зависеть от вашей акустики и помещения. Про это, ребята, точно не стоит забывать. Но отмечу, что басовые партии, будь то это контрабас или электронные синтезированные басы, звучат мощно и прям очень насыщенно, с прекраснейшей прозрачностью и текстурностью, поэтому общая картина не размывается, все звучит четко и абстрагировано. И этому ЦАПу удается сохранять бас собранным и структурированным даже в самых сложных и требующих быстрой отработки удара композициях, что особенно заметно, как реализовано в жанрах с насыщенной ритмикой, такие как джаз, электроника, хип-хоп и даже тяжелый рок. Ну а середина здесь — это просто настоящая магия. Вокальные партии, особенно в лайв-записях, кажутся буквально наполненными жизнью и эмоциями, будто артист стоит и очень экспрессивно напевает прямо перед вами. Инструменты передаются очень естественно и полноценно, и без намека на какую-либо искусственность или излишнюю теплоту. Особенно выделяются гитары, пианино и струнные инструменты. И все эти инструменты обретают богатую необходимую текстуру, в которой можно услышать не только сам звук, но и даже его небольшие нюансы. От легкого движения и касания пальцев по струнам до очень продолжительных послезвучий в концертных залах, что прям очень круто. А высокие частоты отличаются исключительной прозрачностью и детальностью, в то время как многие ЦАПы могут допускать чрезмерную резкость и агрессию на верхах, но HiPo DC-10 очень ловко избегает этой неприятной ловушки. Самые верхние частоты передаются воздушно и естественно, раскрывая даже самые мельчайшие детали, такие как звон тарелок или даже резонанс струн. Причем и на сложных записях этот ЦАП демонстрирует абсолютную техничность и точность, прекрасной аналитикой, позволяя каждому элементу в музыке буквально сверкать, но не перегружать общую звуковую картину. То есть необходимый баланс в этом диапазоне тут прям отлично выдержан, что я одобряю, но при этом звучание тут крайне воздушное и запоминающееся. А звуковая сцена и разделение инструментов — это один из самых сильных аспектов на HiPo DC-10. ЦАП строит широкую и, что очень важно, глубокую звуковую сцену, совершенно неограниченную, которая позволяет отчетливо разместить каждый инструмент в пространстве с очень хорошей локализацией. Да и разделение каналов тут просто выдающееся. Каждый инструмент имеет свое четкое место, не смешиваясь с другими в единое целое, что создает как раз таки невероятное и должное ощущение объема. И что мне прям очень понравилось, это то, как в концертных записях или классических произведениях возникает чувство, будто вот прям ты находишься в центре зала, где каждое движение музыкантов и каждый малейший звук обретает свою некоторую индивидуальность. А вывод по этому ЦАПу у меня получился таков. Neo HiPo DC-10 – это абсолютно точно грамотно спроектированное устройство с отличными измерениями и без каких-либо компромиссов в звучании, что очень важно. И этот ЦАП не просто улучшает звук вашей системы, а делает каждое прослушивание уникальным, полным эмоций и открытий, особенно в самые первые дни его использования и прослушивания. В общем, ребята, это устройство для тех, кто действительно ценит качество звука и хочет ощутить музыку так, как она была задумана. Притом замечу, что за очень небольшую стоимость. Ссылка на покупку этого ЦАПа находится в описании.
описании и в закрепленном комментарии под видео. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. С вами был IC Genius. Всем удачи и пока!